За время своего существования детская музыкальная школа дала более 2,5 миллионов уроков. Ее успешно окончили более 3000 учеников. Многие выпускники получили признание в столице нашей страны и за ее пределами. Накануне некоторые из них вернулись, чтобы поздравить с юбилеем любимое учреждение. К теплым словам присоединились власти округа и города. Выражаю глубокую признательность всему коллективу школы за вдохновенную и кропотливую работу, за тот огонь любви к музыке, который вы зажгли в сердцах своих воспитанников. Глава города Нефтеюганска Сергей Юрьевич Дегтярев. Мы желаем вам свершения задач, достижения целей, а вашим воспитанникам успехов и реализации творческого потенциала. С праздником вас, с юбилеем! Праздничный концерт длился около 3 часов. Произведения знаменитых классиков исполняли камерный оркестр, сводный хор, оркестры духовых и народных инструментов, преподаватели и выпускники. Елена Гайлиман, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».